самую красивую девочку двора, Аню Хорошаеву, влюблены два друга. Олег – мастер на все руки, возится с машинами и другими железками, а Давид учится играть на скрипке. Это все из-за меня. Что из-за тебя? Вот это все. Почему? Потому что мне нужны были кошки, а из них ничего не получается. Как это? Потому что они все разбегаются, а надо кого-нибудь того, чтобы не разбегался. А это Кузя, младший брат ветреной красавицы. Кузя – настоящий творец. Ну кто еще из обычной черной собаки смог бы сделать зебру, а из кошки – обезьяну? Это, знаете, по-моему, это неплохо. Это неплохо. Это неплохо. Это, знаете, это просто прилично. Прошу вас коду. Коду еще раз. В чем дело? Не надо. Галина Польских, Олег Анофриев, Ролан Быков, Георгий Вицин, Спартак Мишулин, Зиновий Герд и многие другие. В семейном музыкальном фильме «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Днем в субботу на телеканале «Самара ГИС».